Предварительно установлено, что в вагоне между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе него один из них достал нож и нанес другому удар в шею. Сделал замечание мужчине, чтобы уступил женщине место. На что мужчина отреагировал агрессивно, с угрозами в мой адрес. По прибытии поезда на станцию правонарушитель вышел из вагона и скрылся. Потерпевшему была оказана необходимая медицинская помощь. Спустя несколько часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства. Сейчас подозреваемый находится под стражей.